Депутаты «Единороссы» занимаются бизнесом. Более трети членов Госдумы от правящей партии участвуют в акционерных капиталах компании. Об этом заявляет «Справедливая Россия». Газета «Ведомости» пишет, что эсеры Дмитрий Гудков и Илья Пономарев изучили декларации о доходах и активах депутатов. Итоги расследования они готовы обнародовать на этой неделе. Оппозиционеры обещают направлять запрос в Следственный комитет России с требованием провести проверку по каждому выявленному факту. Напомню, в начале августа в незаконной предпринимательской деятельности обвинили эсера Геннадия Гудкова. Ранее были закрыты несколько охранных предприятий в Москве и Санкт-Петербурге, которые принадлежали семье Гудковых. Вот сегодня до сих пор нет разрешения на 12 июня.